Всем привет! Сегодня вы увидите ремонт Mercedes S-класса. Итак, владелец привез машину с надеждой, что на ремонт уйдет мало труда и немного времени. Я сначала так подумал, поэтому решил машину ремонтировать без стапеля. Но как бы сильно ошибались. Ладно, загоняю машину в мастерскую и начинаю разборку переда. Для ремонта мне привезли все детали. Итак, начнем. Итак, перед разобран. После небольших измерений я понял, что мне надо исправить. А это лонжероны, их надо потянуть вправо, и надо подшабанить полку крыла. Поэтому я соорудил вот такую конструкцию и приступаю к установке лонжеронов на место. Упор в корень правого лонжерона, распорка лонжеронов и домкрат, который буду давить от стены для постановки лонжеронов на место. Ну что, давайте начнем. Все усилия напрасны. Таким способом поставить лонжероны на место у меня не получилось. Установил машину на стапель. Решил измерить подрамник. И оказался прав. Подрамник деформировал. Поэтому у меня ничего и не получилось. Почему я не измерил раньше? Ладно, я открутил передние болты крепления подрамника. И думаю, теперь работа будет быстрее. Thank you.
Избери лазероды. Все гуд. Значит, с лазеродами я закончил. Теперь исправлю полку крыла. Итак, все подшабанил. Теперь устанавливаю детали переда и проверяю зазоры. Моя работа закончена. На эту работу ушло 27 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!